Привет, я Лунтик. Здесь я живу и играю с друзьями. Присоединяйся к нам. Ты можешь ходить вместе со мной, нажимая на правую или левую часть экрана. А еще здесь повсюду много моих друзей. Ищи места, на которые можно нажать, чтобы познакомиться и поиграть с ними. Давай поиграем с Милой в прятки. Мы с Милой играем в прятки. Поможешь мне искать ее? Мила будет прятаться, а ты покажешь мне, в каком из цветков она спряталась. Я закрываю глаза. Прячься, Мила! Я позади. Подскажи мне, где спряталась Мила? Не нашел, не нашел. Играем дальше. Прячься. Я спереди. Подскажи мне, где спряталась Мила? Что-то здесь не так. Не нашел, не нашел. Я закрываю глаза. Прячься, Мила. Я снизу. Подскажи мне, где спряталась Мила? Молодец! Ну, так нечестно! Играем дальше! Прячься! Я слева! Подскажи мне, где спряталась Мила? Не получилось! Не нашел, не нашел! Я закрываю глаза! Прячься, Мила! Я сверху! Подскажи мне, где спряталась Мила? Правильно! Ну, так нечестно! Играем дальше! Прячься! Я справа! Подскажи мне, где спряталась Мила? Отлично! Ну, так нечестно! Я закрываю глаза! Прячься, Мила! Я сверху! Подскажи мне, где спряталась Мила? Молодец! Ну, так нечестно! Играем дальше! Прячься! Я снизу! Подскажи мне, где спряталась Мила? Правильно! Ну, так нечестно! Я закрываю глаза! Прячься, Мила! Я слева! Подскажи мне, где спряталась Мила? Отлично! Ну, так нечестно! Играем дальше! Прячься! Я справа! Подскажи мне, где спряталась Мила? Молодец! Ну, так нечестно! Я закрываю глаза! Прячься, Мила! Я позади! Подскажи мне, где спряталась Мила? Отлично! Ну, так нечестно! Играем дальше! Прячься! Я спереди! Подскажи мне, где спряталась Мила? Правильно! Ну, так нечестно! Я закрываю глаза! Прячься, Мила! Я спереди! Подскажи мне, где спряталась Мила? Отлично! Мы справились! Давай поможем пчелам собирать мед. Мой друг пчеленок и его родственники собирают мед. Давай поможем им. Посчитай, сколько лопаток нектара засыпал пчеленок в ведерко, и нажми нужную цифру. Готово! Сколько лопаток нектара засыпал пчеленок в ведерко? Правильно, приготовься! Сейчас пчеленок снова будет собирать нектар. Готово! Сколько лопаток нектара засыпал пчеленок в ведерко? Отлично! Попробуем еще раз.
Готово! Сколько лопаток нектара засыпал пчеленок в ведерко? Правильно, приготовься! Сейчас пчеленок снова будет собирать нектар. Готово! Сколько лопаток нектара засыпал пчеленок в ведерко? Отлично! Попробуем еще раз. Готово! Сколько лопаток нектара засыпал пчеленок в ведерко? Молодец! Приготовься! Сейчас пчеленок снова будет собирать нектар. Готово! Сколько лопаток нектара засыпал пчеленок в ведерко? Правильно! Попробуем еще раз. Готово! Сколько лопаток нектара засыпал пчеленок в ведерко? Молодец! Приготовься! Сейчас пчеленок снова будет собирать нектар. Готово! Сколько лопаток нектара засыпал пчеленок в ведерко? Отлично! Попробуем еще раз. Готово! Сколько лопаток нектара засыпал пчеленок в ведерко? Молодец! Приготовься! Сейчас пчеленок снова будет собирать нектар. Готово! Сколько лопаток нектара засыпал пчеленок в ведерко? Отлично! Мы справились! Пойдем посмотрим, что там дальше. А здесь у нас большая площадка. Много свободного места. Можно делать, что хочешь. Гусеницы очень прожорливые, но иногда и от них бывает толк. Мы с гусеницами любим выращивать цветы. Сколько цветов ты хочешь, чтобы мы вырастили? Ты хочешь, чтобы мы вырастили один цветок? Хорошо. Один. А сколько цветов ты хочешь, чтобы мы вырастили сейчас? Ты хочешь, чтобы мы вырастили два цветка? Отлично! Один. Два. А сколько цветов ты хочешь, чтобы мы вырастили сейчас? Ты хочешь, чтобы мы вырастили 10 цветков? Хорошо! Один. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Давай поможем генералу Шеру разобраться с новенькими жуками. На луг прибыли новые жуки. Их необходимо построить и отправить к месту постоянного пребывания. Но строиться они умеют только по алфавиту. Поможешь нам построить жуков в алфавитном порядке? Для этого нужно взять следующего или предыдущего по алфавиту жука
и поставить в строй. Вот, прибыл еще один отряд. Их тоже нужно построить. Приступаем. Молодец! Давай поставим еще одного жука в строй. Отлично! Давай поставим еще одного жука в строй. Правильно! Давай поставим еще одного жука в строй. Молодец! Давай поставим еще одного жука в строй. Жуки построены. Шагом! Марш! Вот, прибыл еще один отряд. Их тоже нужно построить. Приступаем! Отлично! Давай поставим еще одного жука в строй. Молодец! Давай поставим еще одного жука в строй. Не получилось. Попробуем еще раз. Ой, постарайся быть поточней. Попробуем еще раз. Отлично! Давай поставим еще одного жука в строй. Не получилось. Попробуем еще раз. Правильно! Давай поставим еще одного жука в строй. Жуки построены. Шагом! Марш! Вот, прибыл еще один отряд. Их тоже нужно построить. Приступаем! Молодец! Давай поставим еще одного жука в строй. Правильно! Давай поставим еще одного жука в строй. Жуки построены. Шагом! Марш! Пойдем! Мне тоже нравится гулять. Возле летнего театра очень красиво и весело. Сейчас жуки и художники будут показывать свои картины. Укажи жука, картины которого хочешь посмотреть. Или нажми на дверь, чтобы отправить этих жуков и позвать других. Жук В. Посмотрим, что ты нарисовал. Ведро. Вилка. Велосипед. Отличные картины. А чьи творения мы будем дальше смотреть? Жук Т. Давай посмотрим твои картины. Тарелка. Труба. Тыква. Табуретка. Вот это настоящее искусство. А картины какого художника ты хочешь посмотреть сейчас? Жук Че. Давай посмотрим твои картины. Часики. Черепаха. Чайник. Потрясающе! А чьи творения мы будем дальше смотреть? Жук К. Посмотрим, что ты нарисовал. Кубик. Клубок. Капуста. Книга. Отличные картины. Следующее. Жук Х. Давай посмотрим твои картины. Хомяк. Холодильник. Хлеб. Хлопушка. Потрясающе! А картины какого художника ты хочешь посмотреть сейчас? Жук М. Посмотрим, что ты нарисовал. Месяц. Мяч. Вот это настоящее искусство.
А чьи творения мы будем дальше смотреть? Жук О, давай посмотрим твои картины. Одуванчик. Облака. Орех. Отличные картины. А картины какого художника ты хочешь посмотреть сейчас? Жук Ша, давай посмотрим твои картины. Шляпа. Шарф. Шоколад. Потрясающе! Следующее. Жук Г, давай посмотрим твои картины. Гриб. Гусь. Груша. Отличные картины. А чьи творения мы будем дальше смотреть? Жук Ц. Давай посмотрим твои картины. Цепь. Цыпленок. Вот это настоящее искусство. А картины какого художника ты хочешь посмотреть сейчас? Жук С. Посмотрим, что ты нарисовал. Скрипка. Свисток. Стол. Свеча. Отличные картины. А чьи творения мы будем дальше смотреть? Жук И. Давай посмотрим твои картины. Сыр. Потрясающе! Следующее. Жук Д. Давай посмотрим твои картины. Дерево. Дом. Дверь. Отличные картины. А картины какого художника ты хочешь посмотреть сейчас? Жук Б. Давай посмотрим твои картины. Бабочка. Банка. Белка. Барабан. Вот это настоящее искусство. А чьи творения мы будем дальше смотреть? Жук Ж. Посмотрим, что ты нарисовал. Желудь. Жук. Отличные картины. А картины какого художника ты хочешь посмотреть сейчас? Жук Н. Посмотрим, что ты нарисовал. Ножницы. Носок. Вот это настоящее искусство. Следующее. Жук З. Посмотрим, что ты нарисовал. Заяц. Замок. Потрясающе! А чьи творения мы будем дальше смотреть? Жук Эль. Посмотрим, что ты нарисовал. Лодка. Лестница. Ложка. Вот это настоящее искусство! А картины какого художника ты хочешь посмотреть сейчас? Жук И. Посмотрим, что ты нарисовал. Иголка. Индюк. Отличные картины. А чьи творения мы будем дальше смотреть? Жук Ю. Давай посмотрим твои картины. Юбка. Юла. Потрясающе!
Следующее. Жук П, давай посмотрим твои картины. Подушки. Паук. Вот это настоящее искусство. А картины какого художника ты хочешь посмотреть сейчас? Жук У. Посмотрим, что ты нарисовал. Удочка. Улитка. Утюг. Отличные картины. А чьи творения мы будем дальше смотреть? Жук Ф. Давай посмотрим твои картины. Флаг. Фонарь. Потрясающе! А картины какого художника ты хочешь посмотреть сейчас? Жук, мягкий знак. Посмотрим, что ты нарисовал. Соль. Вот это настоящее искусство. Следующее. Жук Йо. Посмотрим, что ты нарисовал. Ёлка. Ёжик. Потрясающе! А чьи творения мы будем дальше смотреть? Жук А. Посмотрим, что ты нарисовал. Автобус. Арбуз. Апельсин. Вот это настоящее искусство. А картины какого художника ты хочешь посмотреть сейчас? Жук Ща. Посмотрим, что ты нарисовал. Щетка. Щука. Отличные картины. А чьи творения мы будем дальше смотреть? Жук Р. Посмотрим, что ты нарисовал. Рыба. Ракушка. Роза. Вот это настоящее искусство. Следующее. Жук Я. Давай посмотрим твои картины. Якорь. Яблоко. Отличные картины. А картины какого художника ты хочешь посмотреть сейчас? Жук и краткое. Давай посмотрим твои картины. Йогурт. Потрясающе! А чьи творения мы будем дальше смотреть? Жук Э. Давай посмотрим твои картины. Эскалатор. Эльф. Вот это настоящее искусство. А картины какого художника ты хочешь посмотреть сейчас? Жук твердый знак. Посмотрим, что ты нарисовал. Твердый знак. Потрясающе! Следующее. Жук Е. Посмотрим, что ты нарисовал. Енот. Отличные картины. Мы посмотрели все картины. Ты, наверное, уже все буквы запомнил. Хорошо здесь, правда? Мы с Кузей решили устроить настоящее представление. Поможешь нам? Мы с Кузей
решили выступить с фокусами. Я буду показывать картинки, а Кузя определит, на обороте какой картинки написана та же буква, что и на календаре. Это сложный фокус. Он требует выдающихся телепатических способностей. А если Кузя не будет справляться, покажешь ему нужную картинку? Показываем следующий фокус. Кузя, готов? Я в отличной форме. Какая-то соринка в третий глаз попала. Поможешь мне? Слева, внизу. Отлично! Ничего себе! Да ты тоже фокусник. Показываем следующий фокус. Кузя, готов? Еще бы! Что-то моя телепатия не срабатывает. Подскажешь мне? Справа наверху. Спасибо большое. Это да! Получилось! Показываем следующий фокус. Кузя, готов? Я в отличной форме. Какая-то соринка в третий глаз попала. Поможешь мне? Справа наверху. Отлично! Ничего себе! Да ты тоже фокусник. Показываем следующий фокус. Кузя, готов? Еще бы! Что-то моя телепатия не срабатывает. Подскажешь мне? Справа, внизу. Спасибо большое. Это да! Получилось! Показываем следующий фокус. Кузя, готов? Я в отличной форме. Какая-то соринка в третий глаз попала. Поможешь мне? Слева, внизу. Отлично! Ничего себе! Да ты тоже фокусник. Показываем следующий фокус. Кузя, готов? Еще бы! Что-то моя телепатия не срабатывает. Подскажешь мне? Слева, наверху. Спасибо большое. Это да! Получилось! Показываем следующий фокус. Кузя, готов? Я в отличной форме. Какая-то соринка в третий глаз попала. Поможешь мне? Справа, внизу. Отлично! Ничего себе! Да ты тоже фокусник. Показываем следующий фокус. Кузя, готов? Еще бы! Что-то моя телепатия не срабатывает. Подскажешь мне? Слева, наверху. Спасибо большое. Это да! Получилось! Показываем следующий фокус. Кузя, готов? Я в отличной форме. Какая-то соринка в третий глаз попала. Поможешь мне? Справа наверху. Отлично! Ничего себе! Да ты тоже фокусник. Отлично! Мы справились! Да мы просто молодцы! Пойдем посмотрим, что там дальше. На стадионе всегда много народа, особенно во время футбольных матчей. Пойдем на стадион! Мы решили поиграть. Жуки на стадионе будут показывать разные фигуры, а Кузя, Пчеленок, Генерал Шер называть их. Я буду судить игру. Поможешь мне решить, кто ответил правильно? Прямоугольник. Треугольник. Квадрат. Точно! Приготовься! Слушай внимательно ответы игроков. Покажешь, кто из них ответил правильно. Прямоугольник. Квадрат. Треугольник. Отлично! Приготовься! Сейчас жуки покажут фигуру, а игроки будут угадывать. Слушай внимательно и покажи, кто ответил правильно. Прямоугольник. Круг. Треугольник. Все по-честному. Приготовься! Слушай внимательно ответы игроков. Покажешь, кто из них ответил правильно. Круг.
Треугольник. Прямоугольник. Отлично! Играем дальше. Квадрат. Круг. Прямоугольник. Точно! Приготовься! Слушай внимательно ответы игроков. Покажешь, кто из них ответил правильно. Квадрат. Прямоугольник. Треугольник. Все по-честному. Приготовься! Сейчас жуки покажут фигуру, а игроки будут угадывать. Слушай внимательно и покажи, кто ответил правильно. Треугольник. Круг. Прямоугольник. Точно! Приготовься! Слушай внимательно ответы игроков. Покажешь, кто из них ответил правильно. Треугольник. Прямоугольник. Квадрат. Отлично! Играем дальше. Квадрат. Прямоугольник. Треугольник. Точно! Приготовься! Слушай внимательно ответы игроков. Покажешь, кто из них ответил правильно. Круг. Квадрат. Прямоугольник. Все по-честному. Отлично! Мы справились! Поможешь мне упаковать подарки? Я приготовил подарки для своих друзей. Поможешь мне подобрать для них коробки? Я буду говорить, какая коробка мне нужна, а ты укажешь мне на нее. Ладно? Мне нужна большая коробка. Молодец! Попробуем еще раз. Приготовься. Мне нужна маленькая коробка. Так держать. Попробуем еще раз. Приготовься. Мне нужна широкая коробка. Отлично! Попробуем еще раз. Приготовься. Мне нужна высокая коробка. Молодец! Попробуем еще раз. Приготовься. Мне нужна большая коробка. Так держать. Попробуем еще раз. Приготовься. Мне нужна узкая коробка. Отлично! Попробуем еще раз. Приготовься. Мне нужна широкая коробка. Молодец! Отлично! Мы справились! Ты не заснул? Пойдем, посмотрим, что там дальше. А здесь у нас домики, в которых живут мои друзья. Давай позовем Милу играть. Привет, Мила. Пойдешь играть? Не пойду, Лунтик. Настроения нет совсем. Вот если нарвешь для меня цветов, тогда, может быть, и пойду. Мила обещала пойти поиграть со мной, если я соберу для нее цветы. Поможешь мне? Мила будет называть букву, а ты покажешь мне все цветы с этой буквой. Ладно? Хочу цветы с буквой «ы». Поможешь мне собрать для Милы все цветы с буквой «ы»? Этот цветочек мне очень нравится. Отлично! Найди для Милы еще цветок с буквой «ы». Красивый цветок! Кажется, ей понравилось. Покажи мне еще цветок с буквой «ы». Этот цветочек мне очень нравится. Отлично! Найди для Милы еще цветок с буквой «ы». Красивый цветок! Кажется, ей понравилось. Покажи мне еще цветок с буквой «ы». Спасибо, Лунтик. Мне очень понравился твой букет. Давай поможем Корнею Корнеичу накормить маленьких червячков. Корней Корнеич должен накормить сотню маленьких капризных червячков. Поможем ему. Червячки будут выползать, а ты покажешь, сколько их. Сейчас начнут ползти червячки. Посчитай их.
Молодец! Приготовься! Сейчас приползут маленькие червячки. Покажи Корнею Корнеичу, сколько их. Отлично! Сейчас начнут ползти червячки. Посчитай их. Правильно, приготовься. Сейчас приползут маленькие червячки. Покажи Корнею Корнеичу, сколько их. Отлично! Сейчас начнут ползти червячки. Посчитай их. Молодец! Приготовься! Сейчас приползут маленькие червячки. Покажи Корнею Корнеичу, сколько их. Правильно! Сейчас начнут ползти червячки. Посчитай их. Молодец! Приготовься! Сейчас приползут маленькие червячки. Покажи Корнею Корнеичу, сколько их. Отлично! Сейчас начнут ползти червячки. Посчитай их. Правильно, приготовься. Сейчас приползут маленькие червячки. Покажи Корнею Корнеичу, сколько их. Молодец, мы справились. Пойдем, мне тоже нравится гулять.